Немножко проедусь, покажу город со стороны дороги, центр. Там буквально секунд 15. Время 1:30, а весь город в машинах. С самого утра туда-сюда ездят. И люди, такое ощущение, что никто не работает. Или во время работы ездят. Вот дом отреставрировали, дом. Ставьте здесь лайки и не забывайте мыть руки. Тут на час можно встать. А это, конечно, займ. Пошатаю. Стоит сколько? 200. Сколько стоит? 29,90 евро. Здесь тоже что-то новый будет разъезд делать, въезд уже начали делать. Тоже как два моста таких делают вот в этом месте въезд. Но. Правую сторону действующий молочный комбинат, где делают мороженое. Суббота, 2 часа, машин можно по району, разрешили ездить и маску не носить. Только на улице. Да, только на улице. Кстати, можно до Горждая ездить, до Приякуля, до
Ада и до Кентая. Кстати, здесь тоже по правую сторону промышленные здания стоят. Причем все. Ну и магазины, конечно. Ребята, проезжаем строящийся завод. А здесь, посмотрите, то, что я не доснял. По другую сторону, вот там завод тоже один. Вот, пожалуйста. Железнодорожный переезд. Ну, вот такой домик номер один. Чилингу Гатве. Заборчик. Населенный пункт Вилькичей. Что там такое? Дом рушит. Старый. Что мне нравится в Шелудском районе, так это магазины продуктовые. Шелудь прикиба, там цены нормальные и продукты такие хорошие. Вообще, мы тут осенью, когда по грибы ездим, тут везде заезжаем, проезжаем эти вот. Швекшну постоянно ездим. Потом летом тоже снимем клипы, снова заедем на Вентис Рагас, покажем литовскую Венецию. Сейчас пока не интересно, потому что осенняя, это весенняя природа, эти деревья таких стоят голые. Общий вид такой не очень. Летом в Прекуле заедем. Инна, что-то хочешь сказать? Мы поедем в Шелудь. Нет, я про Прекуле. Ой, про Прекуле много еще мне надо рассказать. Увидите. О конном спорте. Там кухня конного спорта. Там все знаменитые конники. У лятушки пасаки. Какие-то клипы возьмёшь. История попасывает в Прекуле. Прекуле yra jo įmo virtuvė, kur labai daug patys žymiausi jo įmo sporto konkurininkai. Praėjo ten savo mokyklą ir ten kiekvienais metais po kelis kartus įvairaus rango varžybos vykdavo. Bet apie tai mes papasakosim, kai nuvažiuosim į vietą. Раньше рабочие, читал, сделали специально неровные кривые дороги, чтобы подольше иметь работу. Сидели, ну в смысле делали, придумывали, что там в Челуте.
Чило Карчама. Чило Карчама и другое название Чило Карчема. Так. Ну, вот кишки. Обратите внимание, по левую сторону бывшая обсерватория с телескопом. Обождите нас. Да. Раньше с Латвии латыши приезжали в этот Лидл новый, в Паланге. И это где? Шумой, смотрите, собачью площадку для собак сделали такую бесплатную. Вот там. И вот, приезжали. Церковь? Приезжали латыши. Слепой. Слепые. Церковь? А сейчас им построили там свой лид. В Риге есть и там. Ну сейчас можно. Я к тому, что специально построили им там Лидл, чтобы они там деньги оставляли, а не ездили в Литву. Сейчас движемся к литовско-латвийской границе. Ой, спасибо. Интересно, а если сейчас проехать, может, там же все равно никто не стоит. Я знаю один маршрут, можно там объехать. Ну зачем? Если есть карантин, то надо быстрее. Можно с Литвы в Уцаву там одна дорога проехать. Только там с литовскими номерами. Латыши видят, что какой-то там кто-то приехал. Надо держаться. Некрасиво там. Ни в парке некрасиво. Алло, алло, Алена. А чуски паланга ман. Крема нового. Не палан. Не палан.